На праздник под названием «Зимняя сказка» пригласили детей вместе с родителями. Всего около 100 человек. Дети участвовали в конкурсах, пели песни и соревновались в спортивных эстафетах. Все это, по мнению организаторов, работает на укрепление семьи. Ну, прежде всего, я думаю, то, что это идет укрепление детско-родительских взаимоотношений, когда совместные праздники, когда мамы с детками могут вместе принимать участие. Ну и, конечно же, радость деткам, потому что подарки очень хорошие, которые вот ArcelorMittal нам подготовился, кинотеатр. Конечно же, это хорошая радость, хорошее такое подспорье для этих семей.